Президент Казахстана поддержал предложение о создании экономического совета. Он мог бы играть более активную роль в привлечении немецких инвестиций и служить базой взаимодействия Центральной Азии и Германии. Об этом Касым-Жомарт Токаев говорил на встрече с главами государств региона, канцлером ФРГ и капитанами германского бизнеса. По его словам, вторая встреча в таком формате открыла новый этап развития многогранного партнерства. Касым-Жомарт Токаев отметил, что Центральная Азия – это динамично развивающийся регион с огромным потенциалом роста и может стать центром притяжения для трансфера технологий и локализации производства. Поэтому страны открыты для сотрудничества в различных отраслях.